Привет, мои дорогие друзья. Я вам сегодня буду показывать по имени игрушку «Гадкий я». Плохое слово, конечно. Но мультфильм так называется. Вот у него миньончик. Вот так вот дуешь. И он издает звук. Вот так вот он издает звук. Вот. Очень классно покупать в Макдональдсе. Если хотите, покупайте в магазине. Я видел в магазине этого миньона. Ну, захотел его купить давным-давно. Это было давным-давно, конечно. Вы ничего не знаете про это. Вы не помнили про это, конечно, окончательно. Но миньоны... Кстати, миньоны 2... Погодите. Есть у меня одна важная, это вопрос один. Ну, вопрос очень важный. Мы ходили в кинотеатр, смотрели «Миньоны Побея». Там еще будут «Миньоны 2», то есть «Гадкий я 2». Они все в 3D. Ну, короче, они все разные, 3D. Головоломка там, смешарики. Как-то у нее Спанч Боб и Гадкий я 2. Да, Гадкий я 2. Как-то у нее смешарики, приключения со золотым драконом и Миньоны 2. То есть Гадкий я. Все разные. Что там? Вот почему так воняет. Какой если сегодня будет вонять? Давайте. Давай. Блин, чешется. Андрей, выключи. Что выключить, папа? Папа, тебя... Папа! Мама тебя просит это выключить. Ты что, вот, попала вот сюда? Да? Ох, про маму смотрит. С дядей. Пока! Всем удачи, спасибо за мой... Спасибо за мой набор. Всем удачи, всем. Что это такое? Что это плохое? Я же порнуху смотрю. Хотя мне в последнее время что-то очень хочется посмотреть.